Привет, друзья! Привет, подписчики! Сегодня выходной день. Решился я побаловать жареным лагманчиком. Соответственно, приготовлю в казане, на костре, на природе. Блюдо огонь. Обязательно смотрим до конца. Погнали готовить! Так, начнем со специй. Здесь у меня зира, вкусная соль, аджика сухая, приправа для лагмана, зелень. Ну, немного я нарезал. Чеснок, сколько, 6 зубчиков, 2 большие луковицы, яйцо, 6 штук. Здесь у меня лапша, лапшу отварил заранее. Макаронные изделия, смотрите, берите на свое усмотрение. Все будет вкусно. Здесь у меня, конечно, свинина, помидоры замороженные, из холодильника достал, пойдут, нормально будет. Маслица. И здесь у нас томатная паста. Так, сразу поставлю казан на огонь. Да, маслица пусть нагреется. Свинину нарежем кубиком. Лучок нарежем полуколечками. Яйца присолим. Сболтаем их вот так. Как на омлет, в общем, делаем. В казан отправляем лук. Лук слегка обжарили. Пошло мяско. Огонь максимальный. Все вместе обжариваем. Зиру я разотру вот так вот, чтоб дала свой аромат, вкус. Отправляем специи и немного соли. Отправляем помидоры, 2 чайные ложки томатной пасты. Вау, какая красота, какой аромат стоит, вы бы только знали, обалдеть. Томаты дали сок, вот смотрите. Отправим чесночок сюда. Вот такая зажарочка. Огонь убавляем, огонь сейчас минимальный у меня. Мясо достаем с казана. В казан отправляем яйцо. Мешаем, обжариваем. Яйцо загустело, вот типа омлетика. Отправляем макароны. Все вместе обжариваем. Разровняем вот так. Аккуратно. И сверху отправляем наше мясо. Аккуратно вот так перемешиваем. Минуты 2 прогрели. Делаем подачу. Вау! Друзья, посмотрите, какая прелесть. Мы сегодня готовили жареный лагман в казане, на костре, на природе. С вами Андрюха Байкал. Пишите обязательно комментарии, понравилось вам блюдо, не понравилось. Встречаемся у костра в следующий раз. Готовим что-нибудь вкусненькое. Всем приятного аппетита.
Пока-пока.